Мы очень рады, что мы сдвинули. Я считаю, мы, наверное, первый фестиваль в стране, который прошел после этой паузы двухмесячной. Даем людям оптимизм, повышаем их иммунитет, они улыбаются, радуются. Очень красивые полеты. Старый русский город, озеро наше, которое с любого ракурса красиво выглядит. Туманчики симпатичные с утра. Люди с удовольствием приезжают, совмещают полет с обычными туристическими поездками. Там большая скошенная поляна, она уходит под большим косогором вниз. Бондаренко! Бычков! Ясно. Гвоздев! Мы будем надеяться, что он вернет правее, да? Ну, совет пошел, да. Мы, зная направление ветра по прогнозу, мы выбираем точку старта и приблизительное направление, точку посадки. И придерживаясь этого плана, совершаем полет. В полете можно менять свой маршрут движения, если где-то направление улучшается, меняем позицию посадки, ну и стараемся приземлиться так, чтобы могла подъехать машина подбора с командой, которая поможет сложить аэростат. Управление аэростат производится исключительно по высотам. Есть понимание роза ветров. Вот мы летим на каждой высоте свой ветер, да? И путем маневрирования вверх-вниз мы меняем свою траекторию. Mm-hmm. Такая воздушная геометрия. Мы сначала думали, что такое небо было, дождь начался, то есть я думал, что полет будет под угрозой отмены. Вот. Но, как видите, все произошло благодаря большому количеству народу, видимо, все хотели именно лететь. Вот. И их людские мечты, скажем так, сбылись. Андрей помогал дружеской команде с этой розой. Капец. Я для чего работаю? Победители всегда. Графиня, это вам. Вашу руку можно прям на видео. Андрей? Очень классно. Вообще куча эмоций. Вагон, вот такое море. Это, короче, очень клево. Всем советую полетать. Это супер. Я боюсь очень высоты, но лететь на шаре мне понравилось, не страшно вовсе, вообще ни капельки не страшно, очень понравилось. Судья, который крест оставил, она не успела его разложить. И кто летел рядом?